Бараненко завершит сегодняшнюю покупку. Вот теперь приступим. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Чинахи – классическое грузинское блюдо. Очень простое, очень сытное и очень вкусное. Вариаций бесчисленное множество. К сожалению, совсем уж аутентичным чинахи у меня не получится, потому что, во-первых, в наших краях не водится курдючная баранина, а во-вторых, потому что вчера на рынке я не смог найти ни кинзы, ни чабера. Горе мне. Для чинахи берут жирную баранину. Нет, конечно, курдюк можно заменить сливочным маслом, но это будет все-таки не то. Поэтому, если у вас есть возможность приобрести курдюк, покупайте. Соотношение мяса и овощей тут мне не разнятся. Ну, например, глубоко уважаемый мною Тинатин Мжванадзе, автор книги по грузинской кухне, просто замечательный человек, настаивает на том, чтобы половину горшка занимало мясо. А тот же самый Похлебкин говорит о том, что на мясо должно приходиться всего лишь 1/5 часть всего блюда. Я предполагаю, что все дело в достатке. Возможно, Похлебкину достался рецепт от, скажем так, небогатого автора. Но если человек состоятельный, то он может и побольше мяса положить. Овощи закладываются крупными кусками. Поехали. Масло в горшочке. Мясо нарезать довольно крупно. Ну, с куриное яйцо, с мелкое куриное яйцо. А вы в курсе, что Самура, прежде чем запустить ножи в серию, самостоятельно, не привлекая никаких сторонних организаций, разрабатывает дизайн-модели, 3D-модели, делает эскизы. Ко мне в почту за полгода до выхода новой серии начинают валиться скриншоты 3D-моделей ручек, клинков и так далее. В разных ракурсах, разные формы. Нужно быть абсолютным фанатом ножевого производства, чтобы так вот углубленно этим заниматься. Да как в любом деле, наверное. Так, специально выбрал картошку помельче, чтобы не резать ее, а целиком класть. Горшочки у меня маленькие, поэтому я и овощи выбирал таких маленьких размеров. Такие вот и помидорки тоже маленькие выбрал. Дело в том, что кислота, которая в них содержится, выделяясь, мгновенно заставляет картошку застекленеть. Поэтому резать их, укладывая в горшок, нельзя. Кислота раньше времени выйдет. А если такие маленькие положить, то к тому времени, когда на них шкурка полопается, ну, от жара, от готовки, картошка уже будет готова. Завершающий штрих. Посолить. Добавить перца и чеснока. И можно отправлять в духовку. Примерно на час. Температура 180-200 градусов. Нагрев верхний и нижний. Время готовки зависит от крупности нарезки овощей и от размера горшочков. Чинахи – это очень вариативное блюдо. Его можно готовить на плите в большой кастрюле, его можно готовить в большом горшке, убрав его в духовку. Можно предварительно овощи обжарить перед закладкой, можно нафаршировать баклажаны кусочками сала и запечь, и такие баклажаны туда добавлять. Можно в овощи, ну, в горшочек каждый, ну, или в вашу кастрюлю добавить томатного сока. Можно воды или бульона. На самом деле, если вы много овощей положите, то они так дадут очень много сока, и это будет классный такой бульон. Короче, ждем. И немного свежей зеленью присыпать для красы.
готово. Можно наливать красное вино, затягивать «Где же ты, мое сулико?», произносить цветистые тосты и наслаждаться. Насыщенный бульон, пряные травы. Ставь лайк, если бы заточил такой горшочек вот прямо сейчас. Спасибо за компанию. Всем пока.